Привет, друзья! Российская армия начинает активно применять РСЗО «Торнадо-С». Реактивная система залпового огня 9К-515 «Торнадо-С» является модернизированной версией РСЗО «Смерч» и начала поставляться в войска в 2016 году. РСЗО «Торнадо» считается одной из лучших в мире и по многим параметрам превосходит зарубежные аналоги. Точность стрельбы РСЗО «Торнадо-С» в 15-20 раз выше, чем у РСЗО «Смерч». В отличие от РСЗО «Смерч», реактивные снаряды РСЗО «Торнадо-С» корректируются по ГЛОНАСС не только на начальном участке полета, но и на конечном. Боевая машина 9А-54 выполнена на базе доработанного шасси грузового автомобиля МАЗ-543М. Полный залп РСЗО «Торнадо-С» является вторым по показателям мощности удара после ядерного оружия. Система обеспечивает доставку к цели нескольких тонн взрывчатого вещества. 12 300-мм ракет поражают объекты на дальности до 120 км и могут наводиться индивидуально на каждую цель. Используются два новых типа ракет – 9М-549 с кассетой под осколочные элементы и 9М-544 с кумулятивно-осколочными элементами. Также возможно использование ракет от старых версий РСЗО «Смерч». Для корректировки по ГЛОНАСС у ракеты в полете вращается только хвостовая часть. Сообщалось, что для «Торнадо-С» разрабатывают снаряды с дальностью до 200 км, но точных данных по ним не удалось найти. После модернизации у РСЗО появилась возможность управления огнем по электронной карте и привязка к данным спутниковой навигации. Для наведения блока направляющих ракет экипажу из 3 человек теперь не нужно выходить из машины. Время перевода РСЗО из походного положения в боевое – 3 минуты. Длительность полного залпа – 40 секунд. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.